Мы находимся в Грудинской области, Мостовский район, в одном из частных охотничьих хозяйств Республики Беларусь. Сегодня день открытия охоты на трофейную косулю. С вами Сергей Малич и канал «Охота и рыбалка». Здесь традиционно собрались члены одного белорусского охотничьего клуба для того, чтобы попытать удачи при охоте на трофейную косулю, для того, чтобы пообщаться, получить какие-то положительные эмоции, впечатления, ну и просто, чтобы приятно провести время друг с другом. Открытие сезона охоты на косулю хорошо тем, что в данный период времени невысокая трава, зверь не пуган, выходы зверя достаточно стабильные, ровные и хорошие. Поэтому всегда есть шанс и возможность добыть именно желаемый нами трофей. Считается, что охотники народ не суеверны, но тем не менее существует традиция. Для того, чтобы повезло при охоте на косулю, необходимо потереть рога. Чем лучше вы их потрете, тем, соответственно, будут более весомые трофеи вами добыты. А для надежности можно потереться и самому. Да, давайте, друзья, попытайте удачи. Сергей Аркадьевич, 30-30, не сотрите. Должно повезти сегодня. Дай Бог. Будем надеяться, да. Нам с праздником, с днем открытия охоты. И вот настало время выезжать в угодья. Охотники и закрепленные за ними егеря загружают необходимый инвентарь в машины и с надеждой на удачу отправляются по разным егерским обходам в поисках своего счастья. В данный период времени, чем хорошо охотиться на самца косули, трава еще не поднялась слишком высоко, она небольшая, его прекрасно видно в угодьях. Он, зверь, не напуган. То есть охота еще не велась. Сегодня первый день охоты на самца косули. Мы первые в данном охотничьем хозяйстве. Спасибо за приглашение. Спасибо за то, что подготовили охоту. Спасибо, что нас пригласили. Ну и сегодня будем пытать счастье в охоте на самца косули. Два самца, они вчера и ходили. Да, они вчера и были. Справа самец 100%, рога четко видны. Будем пробовать подходить. Неожиданно спокойно пасущийся самец косули решил отдохнуть и прилег в невысокой траве. В зоне видимости оказалась только его голова и часть шеи. Для уверенного прицельного выстрела этого недостаточно. Поэтому охотник решает подождать, когда животное встанет и даст возможность сделать хороший прицел. Через некоторое время такой момент настает. Пойдем смотреть результаты стрельбы. Попадание было. Косуля после выстрела подпрыгнула. Это говорит о том, что где-то, скорее всего, немножко обзадил. Попал мне по сердцу. Кровь есть. Кровь достаточно светлая. Это говорит о том, что попадание где-то по
легким. Я думаю, далеко с таким ранением он не уйдет. Максимум где-то до 100-200 метров. Самец молодой, в возрасте 2-3 года максимум. Оружие обязательно разряжаем. Попадание, в принципе, по месту, попадание хорошее. Попал четко туда, куда надо. Как и предполагали, глядя предварительно в бинокль, самец оказался молодым, в возрасте 2-3 года. Самое большое. Шея у него, как я вам объяснял, не крупная, не массивная. Это свидетельствует о том, что он еще молодой. И плюс здесь с возрастом, чем более старый самец косули, соответственно, у него появляется на лбу седина. То есть вот это вот белое пятно, оно начинает расходиться по всей лобной части, закрывая полностью вокруг глаз. Ну и, соответственно, чем более взрослый самец, тем более седая у него голова. Вплоть даже до того, что бывают седые уши. Что касается трофейности данного самца, сам по себе большого трофейного интереса он не представляет. То есть рожки достаточно стандартные, высокие, красивые, но не категории медали. Розетки красивые, хорошие розеточки. Я доволен. Трофей хороший. Первый трофей сезона. Спасибо за организацию, Юра. По традиции необходимо отдать дань уважения добытому зверю. Для этого ломается маленькая веточка из леса, в котором он обитал, макается в кровь, ну и, соответственно, прикрепляется, да, к шляпе. Все. У нас сегодня время еще позволяет, поэтому мы долго задерживаться не будем. Сейчас быстро оформим все необходимые документы, которые нужны для того, чтобы законно его перевозить. И после этого, соответственно, будем продолжать нашу охоту дальше. Будем искать другого самца. Может, повезет, найдем. Сейчас оформляются все необходимые документы. Процедура эта не длительная, но обязательная. Без данной процедуры охота была бы просто-напросто незаконной. Поэтому все необходимо делать правильно, все необходимо делать по закону. Перспективный самец двигается в направлении людей. Для своего возраста он имеет хорошо развитые рога без каких-либо признаков селекции. Таких самцов категорически стрелять нельзя. Им еще расти и расти, оставляя после себя генетически хорошее, здоровое потомство. На пути охотника часто встречаются самки с козлятами, родившимися в прошлом году, а также молодые самцы не старше 3-летнего возраста. Спокойно кормятся на поле, редко вступают в серьезные драки за территорию со своими сверстниками, не видят в них соперников, поэтому часто пасутся бок о бок. Молодые животные для настоящих трофейщиков большого интереса, как правило, не представляют. Для них важной задачей является поиск взрослого самца, у которого пик развития и роста тем временем удача улыбнулась одному из охотников. Сергей в высокой траве вдруг заметил хозяина того участка, на который зашли охотники. Однако внезапность встречи не дает возможности сделать хороший, уверенный выстрел. Охотник понимает, что зверь от малейшего шороха может моментально скрыться в кустах.
Самец стоит и смотрит на Сергея штык. Да, не самый лучший момент. Но Сергей принимает решение стрелять. Ты знаешь, как он большой, здоровый, да? Ну, раз, смотри, какая дырка. Ну, жемчуга у нас вообще бодрая. Вот были по ней эти чуть повыше. Да, вот только вот. Ну, ты знаешь, мне бронза мне кажется натянет, нет? Все равно тут спорим. Спасибо. Хорошенький, хорошенький. Мне нравится, искренне говорю, нравится. Не, красиво, красиво. Ну, такого не надо снимать, правильно? Ну, фотосессия, так? Да? Он уже нас увидел, когда? Да. Он тоже смотрел. Во-первых, немножко так немножко ему и то. А, ну солнце. Солнце, да. И да, просто да. Не шевелились. Да, да. Есть такое движение. Все. Ты как раз вот в это время, когда сделал шаг, остановился и потом спас уже. Да, да, да. И ты стоял на месте. Да, да, да. И у нас стоял на месте. И я тоже стоял, чтобы даже бинокль просто не отнимаешь. Только это глаз, бинокль, все. Нет у нас. По свету, ай, красиво. Как я его заметил? Я сам заметил, сзади. Видишь, он только-только получается выше, да, вылез да, да. Узенькие пеньки сами по себе идут, да, и они идут, смотрят вовнутрь сперва, когда молодой козел, да. Вот, потом с годами они, скажем так, выравниваются, да, и потом начинают развал в эту сторону, видите, да, уже как бы наружу смотрят, да. И они сужаются сами по себе, они маленькие становятся. Вот, и когда вот череп выровняешь, ты тогда четко можешь определить. Но сейчас вот если просто пощупать, вот, то можно вот понять, что они себе представляют. Вот у него толстые, уверенные, развалистые, вот, и невысокие. Вот, ну, 4-5 лет так будет козлом. Вот это типичное место обитания европейской косули. Косуля очень сильно любит опушечные леса, сплошных лесных массивов она, как правило, избегает. В связи с тем, что там маленькая кормовая база, не хватает недостаточно кормов, а на таких лесах, лесных, она чувствует себя гораздо. Ну, соответственно, здесь побольше. Сейчас мы попытаемся подойти дальше еще к одному самцу косули, посмотрим его трофейное качество, оценим, будем принимать решение по поводу выстрела. Вышка специально сделана для охоты, очень удобная, очень прочная, рассчитана где-то на 2 охотника, здесь свободно могут сидеть. Как правило, сидит егерь и сидит охотник. Есть упор для ружья. Самец, которого мы видим, оказывается весьма молодым, с явными признаками для селекционного отстрела. По существующим в Республике Беларусь правилам охоты, таких особей можно стрелять. Однако охотник принимает решение оставить животное на следующий сезон, надеясь, что в будущем из него вырастет крупный аномальный трофей для отстрела.
Это специальный солонец. Он обязательно нужен в любом охотничьем хозяйстве. Ведется минеральная подкормка диких животных. В частности, данный солонец рассчитан на косулю. Но по следам видно, что охотно посещают его и олени. Олени, кабаны приходят, зайцы. Все нуждаются в соли. Соль есть, лежит правильно. Зверь посещает хорошо. Вот эта кормушка, в зимний период времени сюда закладываются сухие корма, в частности сено для косули. Она именно рассчитана для подкормки косули в тяжелый зимний период времени, когда им проблематично докопаться до корма в дикой природе, поэтому человек таким образом помогает пережить тяжелые суровые условия. Молодцы егеря, работа ведется, это радует. Из-за определенного направления ветра в данный момент к зверю приходится подходить против солнца. Зайдя буквально за угол леса, команда охотников сразу натыкается на семью косуль. Она состоит из молодого самца, самки и двух козлят, родившихся в прошлом году. Глава семейства еще не пригоден к отстрелу. Поэтому, не мешая семейной трапезе и отдыху животных, охотники продолжили свой путь в поисках нужного экземпляра. Как лишай и бешенство. Поэтому после отстрела их обязательно надо закопать на безопасную глубину. Не успели охотники разобраться с лисой, как в кустах уже был замечен молодой, еще не перелинявший самец косули. Не обратив внимания на недавний выстрел, он спокойно теребил рогами куст, помечая тем самым свою территорию. Вдали за этим самцом егерь замечает еще одно, но более интересное животное, и хотя оно находится вдалеке, но даже на таком расстоянии видна его мощь и сила. В глаза бросается ярко-рыжий, перелинявший наряд самца. Времени мало, надо подходить к нему, причем быстро. Подходу мешает прошлогодняя трава, которая хрустит под ногами. Понравившийся охотникам самец косули, не видя охотника, но слыша хруст, принимает его за самца, своего соперника, и начинает активно лаять на него, а затем и на другого зверя. Несмотря на малый промежуток времени, такому опытному охотнику, как Войтех, все же удалось рассмотреть в косуле желаемый ему трофей. И он мгновенно принимает решение – стрелять. Почуяв неладное, самец отбегает чуть-чуть в сторону.
уменьшая шансы точного попадания пули. Зверь падает, будто мишень в тире, но опыт охотника подсказывает, что надо быстро, перезарядившись и вскинув ружье, понаблюдать за ним еще некоторое время. Концерт, да? Два козла между собой ругались. Очень хороший. Красный большой, тот небольшой. Но, по-моему, рога хорошие. Сейчас увидим. Ой, трясет сила. Победа. Вот у нас в Пети примета народная. Если мы добываем нежелательный лесу, то нам всегда потом везет с козликом. Вот, на лицо. Ну, вот видишь, вверх, низ очень сильный, может, наверх слабоват, конечно. И тот, да. То есть не тот, на которого мы приехали. Но все равно красавец, трофей очень красивый. Золото. Спасибо, золота нет, не будет. Спасибо, Петя. Ну, не знаю, посмотрим. Спасибо, Петя. Давай. Старый козел, морда-то у него. Спасибо. С полем. Спасибо, спасибо. Лисы или да. Да, то у нас я все всегда... сказал, что природа все. Внимание, комары уже улетели. Нет. Подводя результаты охоты, хотелось бы отметить хорошую слаженную работу егерского состава, благодаря которому сегодня было увидено большое количество зверя. Нашей группой охотников за вечер было добыто 3 трофейных самца косули. Была возможность стрелять гораздо больше, но так как собрались в основном трофейные охотники, которые хотели добыть самца косули категории медали, как минимум, соответственно, обычных стандартных самцов просто-напросто не трогали. Но, тем не менее, охота состоялась, процесс охоты был весьма хороший, насыщенный, много двигались, много видели зверя. Сезон охоты на косулю открыт, охота состоялась, впереди еще будет много охот и достойных трофеев. С вами канал «Охота и рыбалка» и я, Сергей Малич. До новых встреч!